OBD-2 код неисправности техническое описание, датчик частоты вращения выходного вала, ОСС, сигнал прерывается, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии DTS, который применяется к автомобилям OBD-2, это может включать, но не ограничивается транспортными средствами от VW, BMW, Mercedes, Chevrolet, GMS, Allison, Duramax, Dodge, Ram, Ford, Honda, Hyundai, Audi и так далее, хотя общие точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марка, модели и конфигурации трансмиссии. Код неисправности P0723OBD2 связан с датчиком скорости на выходе трансмиссии. Когда модуль управления силовым агрегатом PSM обнаруживает неисправность в цепи датчика выходной скорости, может быть запущено большое количество кодов в зависимости от конкретного автомобиля и конкретной автоматической коробки передач. Некоторыми из наиболее распространенных кодовых ответов, связанных с проблемами датчика выходной скорости передачи, являются коды P0720, P0721, P0722 и P0723, основанные на конкретной неисправности, которая предупреждает PSM о необходимости установить код и активировать индикатор проверки двигателя. Целью датчика скорости выходного вала трансмиссии является обеспечение PSM-сигналом, который указывает скорость вращения выходного вала трансмиссии. PSM использует эти показания для управления соленоидами переключения. Соленоиды направляют жидкость между различными гидравлическими контурами и меняют передаточное число коробки передач в соответствующее время. На основании конфигурации автомобиля и трансмиссии датчик выходной скорости может также контролировать показания спидометра, автоматическая коробка коробка передач управляется лентами и сцеплениями, которые переключают передачи, поддерживая давление жидкости в нужном месте в нужное время, этот процесс начинается с датчика скорости на выходе коробки передач. Код P0723 устанавливается PSM, когда он не видит регулярный постоянный сигнал от датчика скорости на выходе, какова серьезность этого кода неисправности. Серьезность этого кода обычно начинается как умеренная, но он может быстро перейти на более серьезный уровень, если своевременно не исправить. Фото датчика скорости передачи, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P0723 могут включать плохая экономия топлива, проверьте лампочку двигателя, коробка передач не переключается, коробка передач переключается примерно, возможно, как осечки, PSM переводит двигатель в режим холостого хода, спидометр показывает неправильные или ошибочные показания, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода передачи P0723 могут включать, неисправен выходной датчик скорости, грязная или загрязненная жидкость, загрязнен или засорен фильтр передачи неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости дефектный корпус клапана трансмиссии, ограниченные гидравлические переходы, неисправный соленоид переключения, разъеденный или поврежденный разъем, неисправная или поврежденная проводка, неисправный ПКМ, каковы некоторые шаги по устранению неполадок P0723. Перед началом процесса поиска и устранения неисправностей необходимо изучить бюллетени технической поддержки TSB для конкретного автомобиля по годам, модели и трансмиссии. В некоторых ситуациях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении. Первый шаг убедиться, что уровень жидкости правильный, и проверить состояние жидкости на предмет загрязнения. Вам также следует проверить записи автомобиля, чтобы проверить, когда последний раз менялся фильтр и жидкость, если это возможно. Далее следует тщательный визуальный осмотр для проверки связанной проводки на наличие явных дефектов, таких как царапание, протирка, оголенные провода или пятна ожогов. Проверьте разъемы и соединения на безопасность, коррозию и поврежденные контакты. Это должно включать все проводку и разъемы датчика выходной скорости, соленоидов трансмиссии, насоса трансмиссии и PSM, в зависимости от конфигурации, механизм передачи должен быть проверен на безопасность и свободу передвижения. Расширенные шаги продвинутые этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для правильной работы, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля, вы должны следовать определенным рекомендациям по устранению неполадок и последовательности действий для вашего автомобиля, требования к напряжению могут сильно зависеть от конкретной модели транспортного средства и конфигурации трансмиссии. Непрерывность проверки Проверка непрерывности всегда выполняется с отключенным питанием от цепи, чтобы избежать короткого замыкания и создания большего повреждения, если иное не указано в технических данных, нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 омов в сопротивлении или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта или замкнута и должна быть отремонтирована или заменена, общий ремонт, замена жидкости и фильтра, замена неисправного датчика выходной скорости, ремонт или замена неисправного соленоида переключения, ремонт или замена неисправного корпуса клапана трансмиссии, промывка трансмиссии для очистки проходов, очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена проводки, перепрошивка или замена ПСМ, распространенный ошибочный диагноз, проблема с пропуском двигателя. Внутренняя проблема передачи, проблема с трансмиссией. Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с вашим кодом неисправности датчика выходной скорости передачи. Эта статья носит исключительный информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.